в эту субботу в Ульяновск съедется свыше 300 спортсменов со всей России и стран СНГ. Всему виной фестиваль неолимпийских видов спорта. Он обещает стать центральным спортивным событием этого года. А на слуху ли он у жителей города? Давайте это проверим. Знаете, какое масштабное событие к нам нагрянет уже в эти выходные? Может быть, кинофестиваль? Про это слышал. Слышали. А собираетесь идти? Ну, если время будет, то, конечно, приду. Нет, не знаю, первый раз слышим. Будет фестиваль этих народных игр. А какие неолимпийские виды спорта вы знаете? Неолимпийские? Честно, тоже затрудняюсь ответить. Ну, конечно, сноуборд, он, по-моему, неолимпийский. Что еще? На роликах катаются. Ну и... Футбол в грязи, по-моему. Регби, не регби, который... Сложно сказать. Сейчас много олимпийских уже. Ага. Шашки. Большинство экстремальных видов спорта, они те же самые серфинг и так далее, они не относятся к олимпийским. Ну, наверное, айкидо будет, да, не олимпийский вид спорта является. Ну, мне кажется, бокс не относится к олимпийским видам спорта, потому как я знаю, что в Олимпиаду в этом году было внесено троеборье, насколько я знаю. Не олимпийские, знаете, с этим хуже. Если только дротики. Что еще? В скакалку, в классике, как в детстве-то играли. Тоже как вид спорта.